Всем привет, с вами Анжелина Си, и сегодня я снимаю, как рисовать 3D ручкой. Это мне подарила подруга Кристина на мой день рождения, она была 2 июля. И сегодня мы с вами научимся делать очки. Для этого вы можете распечатать картинку очков или обвести с компьютера так же, как я. Вот так. У меня вот такая вот желтая ручка. И также вот такой пластик для рисования. Также в комплекте был специальный трафарет «Эльфовая башня». И еще один специальный пластик для 3D-ручки. Он какой-то гофрированный. Ну, а мы начинаем. Теперь, когда ваша ручка готова для разогрева и готова рисовать, вы ставили пластик, это вы можете посмотреть в инструкции. Мы начинаем. Ждем, пока пойдет пластик. Не бойтесь, он скоро пойдет. Вот. Вот так, у меня зеленые очки. Мы начинаем обводить. Вот так вот. Итак, после того, как мы все обвели, мы должны соединить это. Вот такие мы, у нас получились очки. Здесь мы просто скрепили 3D-ручкой. Вот так. Примерка идет слегка. Ой, мамочки. Интересно получилось. Даже очень симпатично. Ну как вам? Пишите в комментариях. Круто, ребят, правда? Следующее мы сделаем вот такую вот бабочку. Я также срисовала в компьютере. Будем делать коричневым. Черным для кого-то пластиком. Также все просто обводим. Вот так получилось, когда мы обвели. Теперь ждем, пока она подсохнет вот в последних местах, которые мы делали. И аккуратно открываем от бумаги. Та-дам! Очень даже красивое украшение у нас получилось. Ай, горяченькое. Мне кажется, это симпатично дополнит наш декор комнаты. Как вам? Что вам больше понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, какие видео мне снимать. Пока-пока!